На Сибур-арене города Санкт-Петербурга прошел 16-й традиционный международный юношеский турнир «Победа». Этот турнир объединил всю Россию. На борцовский ковер Сибур-арены вышли более 270 самбистов. Спортсмены из 10 городов-героев и 9 городов воинской славы России. Также в соревнованиях принимают участие команды из 9 федеральных округов. Турнир «Победа» – командные соревнования. Спортсмены выходят стенка на стенку. В составе сборной Дальневосточного федерального округа участие в этом международном турнире принял воспитанник детско-юношеской спортивной школы города Амурска Виталий Волков. Он и другие спортсмены, которые представляли Дальневосточный федеральный округ, стали бронзовыми призерами турнира. Первую встречу против Уральского федерального округа выиграли со счетом 6-4, а Центральному федеральному округу уступили 7-3. Мы могли выиграть, но строя не хватило, потому что Центральный федеральный округ, они там сильнее оказались. Они уже два раза выигрывали этот турнир. Мы на них вторую встречу попали. Есть куда стремиться, и в следующий раз попробуем занять первое место. Победителем турнира среди федеральных округов России стала команда Южного федерального округа, одержавшая победу над спортсменами из Центрального федерального округа. В это же время проходил дальневосточный турнир по самбо среди юношей 2004-2006 года. Три человека представляли город Хабаровск. Третье место занял Естифеев Данил. Также проходили юношеские игры боевых искусств Дальневосточного федерального округа. В составе команды за Хабаровский край выступал амурчанин Обухов Александр. Он занял второе место.